них была любовная история, которая началась с розыгрыша, и после первой встречи на вечеринке между ними завязались отношения. Вот так за 10 лет знакомства Анил Капур и Сунита выросли вместе, как личности и как пара. Это была Сунита, которая стояла рядом с Анилом во время его борьбы и безоговорочно поддерживала его. Когда он получил свой первый хит, Анил сделал предложение Суните и сказал: «Давай поженимся завтра, завтра или никогда». Дважды откладывая свадьбу, Анил и Сунита связали себя узами брака 19 мая 1984 года. Анил Капур и Сунита Капур не только вместе построили свою профессиональную карьеру, но и жили в мире долго и счастливо, имея 3 чрезвычайно талантливых детей – Санам Капур, Рею Капур и сурового Вардхана Капура. Чтобы отметить день рождения Суниты Капур 25 марта, Анил Капур написал сердечную записку, объясняющую причины, по которой она является причиной его улыбки. Анил также подарил Суните черный Mercedes-Benz. Подарок Суниты на день рождения в настоящее время продается примерно за 10 миллионов рупий. Анил Капур опубликовал пару фотографий со своей женой Сунитой и написал о том, как далеко они продвинулись в своем совместном путешествии. Анил написал: «За любовь всей моей жизни, от путешествия в купе, поезда 3-го класса до местных автобусов, рикш и такси, от полетов эконом-класса до бизнес-класса и 1-го класса, от черной работы в маленьких грязных отелях в деревнях вроде Караикуди на юге до проживания в Лех-Ладакхе. Мы сделали все это с улыбкой на наших лицах и любовью в наших сердцах. Это лишь некоторые из миллиона причин, по которым я люблю тебя. Ты причина моей улыбки. И именно поэтому наше совместное путешествие было таким счастливым. Я чувствую себя благословенным, что ты моя родственная душа и партнер на всю жизнь. Сегодня, каждый день и навсегда. С днем рождения, люблю тебя всегда». На что Сунита ответила: «Люблю тебя в вечности за ее пределами». Ну что ж, Сунита заслужила такой роскошный подарок на день рождения от своего любимого мужа. Когда они встречались, Сунита была из обеспеченной семьи, а Анил только начинающим актером. У него не было денег. Сунита поддерживала его, давала ему деньги, оплачивала ему такси. Таких жен в наши дни немного. Анилу повезло с женой. Ну и Суните повезло с Анилом, ведь Анил всю жизнь любил только ее и оставался ей верен.